В Ульяновске отметили 75-летие со дня образования воздушно-десантной дивизии. Юбилей, прославленный 104-й, вышел за рамки территории части. Награждение ветеранов, поздравления от высших чинов армии и губернатора звучали со сцены Дворца дружбы народов губернаторский. От души поздравляю всех вас с замечательным юбилеем, прославленной 104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова дивизии. Позвольте пожелать вам всем не просто успех, не просто побед, но прежде всего, конечно, счастья, здоровья, любви, благополучия вам, вашим близким и нашей замечательной Родине. В ответном слове заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора и граждан региона за гостеприимство, оказанное несколько десятков лет назад, когда после развала СССР дивизию перебросили в Ульяновск из Азербайджана. Особую поддержку десантникам Сергей Морозов оказывает и сейчас. Отдельно хотел бы обратиться к губернатору области, Сергею Ивановичу, лично к вам. Низкий поклон от всего коллектива воздушно-десантных войск за доброе и особое отношение к личному составу 31-й бригады нашей. В настоящее время легендарная 104-я преобразована в 31-ю миротворческую бригаду. Но, по словам военных чиновников, совсем скоро бригада вновь станет 104-й дивизией. Праздник стал хорошим поводом в очередной раз подарить внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Всех их, независимо от того, в каких войсках они служили, губернатор поздравил лично. После поздравлений собравшиеся посмотрели документальный фильм о 75-летнем боевом пути 104-й дивизии. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улпрос. Правды ТВ.